пошли обходить владение в очередной раз. Пошли мини к кассиру, чтобы быстрее билеты продавала. Чё, Серёжка? Типа это? Не боишься? Не особо нажимали. Где-то там Сальвадор. Мне неудобно. Давай. Мы покажем всем, как тебя таскают. И тебе заодно разминочка. Да мы некуда. Под палящим солнцем. Да, забери Сальвадор, ты почему бежишь в сторону меня? Такой хитренький, а? Саль, иди сюда. Саль. Иди. Иди играй с мини. Это что, ты Сальвадора так позвал? По привычке. Ё-моё! Подожди, я тут чуть не запнулась. Сейчас бы как упала. Мини, батя не дает тебе побегать, а? Батя совсем не дает тебе пробежаться. Нету ничего, зайчик, нету, там пусто. Сейчас Сальвадор покинул нас. Мини за ломиком спряталась. Охотник. Невидимый тигр. Невидимый. Он что, вот так вот? Такой вообще тоже. И невидимый собакин. Но нет, нет, нет. Сальвадор, иди сюда. Салли, выходи оттуда. Сальвадор. Придумал тоже. Выходи. Сальвадор, вернись. Там уже дорога. А, видишь это? В отражении видишь. Вы бы отошли оттуда. Пойдем, от машины. Там еще и дети ходят иногда. Сальвадор, иди ко мне. Салли, иди ко мне. Давай, давай. Иди домой тогда.
Не хочешь играть, иди домой. Ну ты домой. Ах, мать тебя подставила. Она уже как Сальвадор. Ты моя собака, молодец! Совсем не уступает ей. А пыли-то сколько? Не говори. Фу. Сальвадор. А? Хотела показать родинку у него на языке. Сальчика, мой ад. Родинка на языке, где твоя? Мини нет. Мини, иди сюда.